Самому умному философу трудно отвечать на глупые вопросы. Привет, я Даша, и сегодня хочу порекомендовать один изумительнейший сайт, который я для себя открыла совсем недавно. Огромное спасибо моей тезке. И, собственно, это книжный магазин, но не совсем. Это платформа, на которой разные продавцы книг. В основном это давно не переиздаваемые издания и даже антиквариат. Я там находила книги, которые не могла найти вообще нигде, даже в электронном варианте. И он просто вот спасение. Еще плюс в этом сайте заключается в том, что так как продавцы книг разные, вот на одну и ту же книгу цена может сильно разниться. Я как-то одна из книг, которую я себе там заказывала, там минимальная цена была 100 рублей, максимальная 600. То есть можно выбрать книгу комфортно для своего, комфортную по цене для своего кошелька. Но хочу предупредить, так как там полная предоплата, пусть помимо стоимости книги, почтовые расходы, прежде чем оплачивать книгу, связываться с продавцом, вообще проверить, нет ли его в черном списке. Потому что там, где есть полная предоплата, есть и мошенники, которые, которым вы перейдете деньги, но книгу так свою и не получите. Но не надо этого пугаться, просто проверять это. Вот, так что надеюсь, эта информация была для вас полезна. Желаю вам встречать на своем пути жизненном только честных людей. Всего хорошего и до скорой.